такое вот все-таки активное участие в обсуждении этой проблемы, за то, что были внесены достаточно интересные, серьезные предложения, и все-таки сказать, что не только общественная организация, которую возглавляет Юрий Алексеевич, который говорил о том, что работают правоохранительные органы, еще там кто-то, но большую работу проводит школа. Я думаю, что тут сидят родители, которые это ощущают и понимают. Потому что школой действительно делается очень и очень много. Не все ей подвластно и под силу, это другой вопрос. Но то, что ни один учитель, ни один директор не желает ребенку плохого, то, что он не призывает ребенка к употреблению алкоголя или сигарет, ну, мне, по-моему, никого из вас убеждать в этом не надо. И мы хотим, конечно, в вашем лице найти помощников, найти поддержку в решении этой проблемы. Потому что это наши дети. Как бы мы ни отгораживались и не говорили, что я думаю только о своем ребенке, я воспитываю своего ребенка, я в него вкладываю и так далее, все равно мы живем в обществе. Быть изолированным от него не можем. Никак, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому, думая о своем, о том окружении, о той среде, которая рядышком с ним, конечно же, мы думаем и о чужих детях. А они все наши. Это наши городские дети. И никуда нам от них не деться и решать их, в общем-то, проблемы и думать о их судьбах мы с вами должны вместе. Если у вас нет вопросов, я благодарю вас за внимание, за поддержку и хотела бы, чтобы все-таки 1 сентября, а сейчас даже в тех школах, где еще идет учебная практика, потому что не во всех еще прошли родительские собрания. У нас еще в 9 классе продолжается государственная итоговая аттестация до 18 июня. Практика в 5, 8 и 10 классах до 15 июня. Еще будут родительские собрания. И вам важно и можно сейчас уже встретиться с председателями классных родительских комитетов, донести до них эту информацию, донести до них телефон, который вы сегодня записали, и по возможности, конечно же, предпринимать те действия, о которых сегодня было сказано. Если нет вопросов, я благодарю вас. Всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания.